В столице состоялся второй день международного фестиваля эстрадных исполнителей Voice of Nur-Sultan. Сегодня его участники исполняли казахские песни в дуэтах с отечественными селебрити. В первый же день у певцов была возможность показать свой талант и спеть авторские песни. В фестивале принимают участие 8 исполнителей из разных стран, в том числе из Португалии, Грузии, России и Украины. Перед тем, как представить свою родину на песенной арене, каждый из них прошел тщательный отбор. Всего же стать частью Voice of Nur-Sultan изъявили желание больше 40 государств. К слову, на фестивале нет победителей. Для первого дня я подготовила песню, которая называется «Мой Китай». В нее я вложила все, что происходит у меня в душе, мои чувства. А сегодня я спела песню на казахском языке. Выступать здесь и представлять Китай – огромная честь для меня. За время репетиции мы очень сблизились с ребятами из других государств, стали почти одной семьей.